крестном ходе вокруг Исаакиевского собора приняли участие около 8 тысяч человек, сообщает «Правмир». По сообщению ГУМВД России по Санкт-Петербургу, крестный ход в честь Дня православной молодежи прошел без инцидентов. Шествие продолжалось около часа. Участвующие в богослужении дети и молодежь из воскресных школ и православных гимназий города подарили цветы сотрудникам Государственного музея-памятника Исаакиевский собор. Крестному ходу предшествовала архиерейская литургия, которую возглавил ректор Санкт-Петербургской духовной академии архиепископ Петерговский Амвросий.